Уже есть два щеночка, друзья. Всем привет! Вы на канале Сельчанка в Америке. У нас сегодня вот начались роды в нашей Вандочке. Девочки, я принесла ей молочка, сухой корм, вода. И Рекса мы отсюда убрали, потому что очень прыгал. Такой, ну, хочет сюда, хочет играться. Это же он такого не видел. Щеночки маленькие, уже за год забыл. В прошлом году были. То мы его убрали там на улицу, в вольере он сейчас, хотя очень не хотел. И Ванду вот сейчас мы оставим одну, мы не будем здесь сидеть возле нее. Прошлым годом, первый раз, когда она принесла, то мы сидели возле нее, как бы этих щенят так переживали, чтобы она их не придавила и все такое. Но на этот раз мы думаем, она справится сама. Чтобы, ну, многие говорят, одни говорят, что нужно быть, помогать, другие говорят, что не надо, ну, как бы, она справится, собака сама всем справится, ей будет легче, если никого нету. Так что мы ее оставим. У нас сейчас утро, 11 утра, и пускай она здесь. Дай бог, чтобы все было хорошо. В прошлый раз она рожала целый день. Было 11 щеночков маленьких. Один был, 12-й был неживой, мертвый вышел. А так уже вот есть два пупса. Вы только услышите этот звук. Малявки такие маленькие. Как раз такая дата. Бабушка сегодня родилась, 30 октября. Это будет очень, ну, как бы будем помнить. Хорошая дата. Не забудется, когда наша Ванда принесла. Девочка моя. Ну, там живот у нее очень большой. Мне кажется, что там будет 10, а то и больше. Ну, сколько уже будет? Матрас мы, конечно же, поменяем. Там сделаем огородку такую. Это пока так, на один день, на два. Вчера я заслала ей, положили мы. А так сделаем, чтобы было с бортиками, чтобы малявки не выползали. И я думаю, что Рекс, сейчас не холодно, Рекс будет тоже там. Сюда мы его не будем запускать. Сюда будем запускать Ванду, чтобы она от них отдыхала. Вот уже как они стают побольше, и она просто... Они ее ссут и ссут, и ей некуда как бы деться. То у нее есть вот другая квартирка. Рекс ей как бы одолжил. Девочкам. Они уже сиську шукают. Ух ты, малявки малые. Ну, не будем Вандочку мы стеснять. Она стесняется. Всем спасибо, друзья. Всем пока-пока.